Всем привет, дорогие зрители! Вы на канале недвижимости Турции. С вами снова мистер Агасия. Я нашел для вас трехкомнатную квартиру вот с таким видом. Сами оцените. Видно море, видно солнышко, видно крепость Алания. Видны окошки в этих зданиях. Банановые кусты, горы и моя рука. Так, здесь у нас трехкомнатная квартира. Вот такой балкон. Верхний этаж проекта. Не самый верхний. Здесь у нас спальня. Я снова покажу вид, потом пройдусь дальше. Вот вид. Западная сторона. Вот балкон такой просторный. И спальня. Здесь как минимум 10-11 квадратных метров. Так, здесь прихожая. Здесь у нас гостиная комната. Вот. Время съемки 18:00. Вот такая гостиная. В этом проекте отдельная кухня. Здесь у нас еще один балкон. Цена этой квартиры 62 тысячи евро. Сразу скажу, не буду томить моих дорогих зрителей. Здесь улица Ататюрка. Расстояние до Ататюрка отсюда 230 метров максимум. До моря отсюда 900 метров как максимум. Да, 900 метров. Это уже южная сторона, где я стою, и западная. Вот такие виды отсюда. Идемте в другую комнату. Из инфраструктуры здесь зона барбекю, беседочка, детская игровая площадка и все. Так, вроде бассейн есть на крыше, но не функционирует. Айдар здесь 100 лир. Здесь санузел вот такой. Сюда устанавливается проточный водонагреватель. Здесь прихожая, можно даже поставить стиральную машинку. Вроде стоит сместитель. Так, щиток. Ага. И здесь у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. А это что было? Это была спальня. Вот так вот. Не смотрел квартиру, сразу зашел и снял. Это спальня такая просторная. Вот лежите тут и наблюдайте за закатом. Нет, кровать тут будет стоять. Вот так. Легли и наблюдаешь-ка за солнышко. Так. Кухня. И просторная гостиная, которая в длину, проект в длину. Так, планировка вот такая интересная. Вот. Вот. Здесь немножко полукругло. И вот вам солнышко. 62 тысячи евро. 100 квадратных метров минимум. Если вам понравилась эта квартира, звоните по номеру, который указан в описании. Всем пока-пока.